На этот раз без коммуналки. К депутату законодательного собрания области Алексею Дронову первоуральцы пришли с вопросами о спорте, строительстве и помощи монастырю. Некоторые проблемы удалось решить на месте. Это выступление первоуральских фигуристок на первенстве области сняли их родители. Тогда спортсменки заняли второе место. Сейчас готовят новую программу. Для нее нужны и новые костюмы. Шить каждый стоит 5000 рублей. Усложнились элементы, программа стала еще лучше и другая. И поэтому, конечно, хочется девочкам выступать в каких-то других нарядах. Родители фигуристок пришли к Алексею Дронову. В городской администрации депутат законодательного собрания области проводит прием. В прошлом году уже помог. Для команды по синхронному катанию сшили костюмы и куртки. В качестве спонсора привлек новоотрубный завод. Сейчас родители спортсменок тоже не получили отказа. Мы постараемся найти возможность помочь команде по фигурному катанию. Это первоуральский приют для бездомных животных. Сейчас здесь 170 собак. Аренда участка почти в 2 гектара. Волонтерам обходится в 1000 рублей в месяц, но и эта сумма для них велика. Председатель общества защиты животных пришло на прием узнать, как можно перекроить территорию приюта, чтобы легче было его содержать и снизить затраты. Граница, которая утверждена, она вот какая, видите, немножко несуразная, нарушенная геометрия. Для более компактного размещения объектов. А в перспективе открыть в приюте ветклинику. Алексей Дронов предложил найти решение, которое бы устроило и волонтеров, и местных жителей. Давайте представим этот проект на общественную службу. Давайте спросим жителей. Вообще, жители хотят, чтобы у нас там было первое, второе, третье, четвертое, пятое. На приеме работают командой. Здесь представители горадминистрации, замглавы по инвестициям, юрист, главный специалист управления архитектуры. Обсуждают, как решить проблемы жителей. Алгоритм удается найти на месте для каждого второго посетителя. Это самые разные вопросы. Это какие-то конфликты соседей, подготовка документов, поиск решения по земельным вопросам, то есть там, где понятно, что делать. Оставшаяся половина вопросов – это темы, которые требуют уточнения. На прием к депутату пришли 1,5 десятка горожан. Попросили предоставить помещение для занятий спортом, дать разрешение на строительство частного дома, уладить дачный конфликт с соседями, помочь Покровскому женскому монастырю стройматериалами. Обращения жителей подробнее рассмотрят в течение месяца. Алексей Вербицкий, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.